Делу время, потехе час. Инспекторы по маломерным судам не теряют времени даже в перерывах между работой. Ежегодные соревнования по водно-моторным видам спорта прошли уже в 4 регионах Поволжья. Нашей республике выпала честь провести юбилейные соревнования. Буи прошли левым бортом, касаний не было. Легкий ветерок и крики болельщиков подгоняют участников соревнования. Всего 14 команд от каждого региона Поволжья. В прошлом году победителем стала команда из Татарстана. Мы шли поэтапно. Начиная с 2007 года, значит, наша команда сначала заняла 6-е место, потом 4-е место. И, то есть, в городе Самаре заняли 2-е место, в городе Шкарале заняли 1-е место. Участники из года в год не менялись, поэтому вот такой, будем говорить, прогрессирующий процесс, он и шел, то есть, в свое время. То есть, это закономерность, понятно, люди одни и те же, трассу знают. Почувствовать вкус победы хочет каждый. По итогам первого этапа уже выделился лидер. Несмотря на это, прогнозов судьи не дают. Команды подготовлены достаточно хорошо. В прошлом году 1-е место заняла команда Республики Татарстан. Они же и участвовали во всероссийских соревнованиях. В этом году они пока после первого этапа тоже занимают 1-е место. Я считаю, что судейство будет объективным, честным и победит действительно сильнейший. Я хотел бы всем участникам пожелать удачи. Соревнования проходят в несколько этапов. Таким образом проверяются теоретические и практические знания участников. Быстро среагировать и оказать первую помощь. Первостепенная задача водных инспекторов. Цель данного соревнования – на максимальной скорости преодолеть дистанцию и вернуться на берег. Забывать о технике безопасности при этом не стоит. Он вылетел с катера, посадили, подняли с воды, посадили на гидроцикл, сажаем на катер обратно. Первый день соревнований подошел к концу. Итоги будут подведены завтра. Но это как раз тот случай, когда победа не главное, делятся участники. Все они получили бесценный опыт и массу впечатлений. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.